канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в МТА на сервере SimCity Planet 1. И сегодня у нас тест-драйв моей машины, какую я купил на стриме. Mitsubishi Lancer 10. В таком просто охуительном тюнинге. Все сам делал. Вообще пиздатенько получилось просто. Просто космос. Мне очень нравится, очень нравится. Думаю, вы уже посмотрели, как я монтажик сделал в начале видео. Ну, кому понравилось, ставьте лайки. Вот такая машинка, короче. Сколько там? Купил я за лям 900, за лям 280 тысяч, по-моему. Где-то так. Ну, машинка хорошая, мне нравится. У меня на ней стоит чип дрифт. Какой я ставлю, прям мой топовый чип. Какой я ставлю на все машины, на каких дрифчу. Такой же самый чип стоит на Kia. И так далее. Вообще просто. Мне нравится. Думаю, сейчас надо поехать. Испытать ее на красном кольце. Подрифтим на ней. И потом, наверное, еще посмотрим салон. Расскажу о своих впечатлениях. Бэха ебаная у меня врезалась. Вот мои впечатления. По встречке, сука, ездит гнида. Так. И мы едем на красное кольцо. Там подрифтим. Подрифтим. Все будет четенько. Ой. Развернуло нас. Дрифт такой... Ой, чип такой хороший вообще. Кому нужно, то пишите в комментах. Точнее, если будет много лайков, то я оставлю чип в своей группе ВКонтакте. Так. Что от нас хочет этот парень, непонятно. Надо сейчас заправиться, заехать. Для начала. И потом уже будем давать угла. А то на сухой бак как-то нас не сильно будем мы дрифтить, думаю. Ну, посмотрим. Сейчас развернемся. Оп, заправимся и поедем.